now that we've looked at the death and resurrection of Christ, we're going to look at faith in Christ. После того, как мы посмотрели на смерть и воскресение Иисуса Христа, мы посмотрим на то, что такое вера в Иисуса Христа. What does it mean to believe in Jesus unto salvation? Что значит веровать в Иисуса Христа ко спасению? Let's go to the book of Mark, chapter 1. Откроем Евангелие от Марка, первую главу. Verses 14 and 15. 14 и 15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». In verse 15, we see two things that a person must do in order to be saved. В 15 стихе есть две вещи, которые человек должен сделать, чтобы быть спасенным. They must repent of their sins and they must believe the gospel. Они должны покаяться в своих грехах и верить в Евангелие. When we read the great confessions of the faith, когда мы читаем великие исповедания веры, it is clearly set out for us that salvation comes through repentance and faith. Нам ясно видно, что спасение приходит через покаяние и веру. You must repent, you must believe. Должны покаяться, должны верить. Now we need to look at both of these things. И на оба этих момента мы должны обратить внимание. But before we do, let's take a look at the modern invitation. To accept Christ. Прежде чем мы это сделаем, давайте посмотрим на то, как выглядит современный призыв проповедников прийти ко Христу. Our modern cultures are known to be superficial. Современная культура известна тем, что она поверхностна. And we are superficial in our literature. Поверхностны мы в литературе. In our art. В искусстве. Definitely in our entertainment. Однозначно в индустрии развлечений. We are not known as a deep or a thinking people. Одна сложно сказать, что мы глубокие, вдумчивые люди. As our culture is superficial, поскольку наша культура такая поверхностная, so is our gospel. Точно так же наше Евангелие, Благая Весть, становится поверхностной. Мы взяли славное Евангелие Иисуса Христа и упростили его до уровня простого исповедания веры. И принятие Христа стало чем-то вроде ритуала. We can see this clearly in many of the evangelistic crusades around the world. И это ясно видно во многих из евангелизационных кампаний по всему миру. The preacher will preach a gospel that is not really the gospel. Проповедник будет учить Евангелию, которая не совсем Евангелие. Or it'll be a very, very superficial portrayal of the gospel. Или это будет очень-очень поверхностное представление Евангелия. Then in the end he will give the invitation. И в конце он даст призыв. At that time maybe the lights in the building are lowered. И в этот момент свет в зале немножко тускнеет. And music is played, soft music. И приятная медленная музыка играет. And then the evangelist says, "Is there anyone out there who wants to accept Jesus as their Lord and Savior?" И в это время благовестник говорит: "Есть ли среди вас тот, кто хотел бы принять Иисуса Христа личным Господом и Спасителем?" He may say, "Raise your hand if you want to receive Jesus." И может сказать: "Поднимите руку все, кто хотят принять Иисуса." Once you raise your hand, then he asks you to come forward. И когда вы поднимете руку, он попросит, чтобы вы вышли вперед. In many evangelistic crusades, they have Christians come forward during the invitation. Во многих из таких кампаний сами христиане выходят. To make it easier for lost people to come forward. Чтобы это было удобнее и легче неверующим тоже выйти. When people come forward, когда люди выходят вперед, the preacher will ask them. Проповедник спросит у них: "Do you want to be saved?" Хотите ли вы быть спасенным?
And many times when they say yes, и много, во многих случаях, когда они говорят «да», he will tell the whole group to pray this prayer with me. И они скажут всей группе «молитесь вот этой молитвой вместе со мной». And they will pray the prayer. И они им помолятся молитвой. And then the preacher will say, if you have prayed sincerely, you are saved. И проповедник тогда скажет, если вы искренне помолились, значит вы спасены. And people go back to their seats. И люди возвращаются на место. But there are several problems with this approach. И с таким подходом к благовестию есть несколько проблем. First of all, it's not in the Bible. Во-первых, это не имеет отражения в Библии. Second of all, it is manipulative. Во-вторых, есть такой подход немножко манипулятивный в этом процессе. Lowering the lights, потушение света, playing soft music, приятная спокойная музыка. Having Christians come forward to make it easier. Как бы сами, когда христиане выходят, чтобы сделать это легче для неверующих. All these things are very, very dangerous. Все это очень опасно. And can lead people to an emotional decision. И может легко привести людей к решению, которое не является ничем больше, чем эмоциональным. The greatest problem is that the invitation centers around praying a prayer. И проблема в том еще, что все это приглашение ориентируется вокруг молитвы, особой молитвы. Not much mention is made of repentance. Не очень много говорится о покаянии. It is not explained. Покаяние не разъясняется ясно. People are not told how to identify whether or not they have repented. Людям не говорится о том, как различить, действительно ли они покаялись. Faith is not explained. Вера не объясняется. People are not shown how to discern whether or not they have faith. Людям не объясняется, как отличить, есть ли у них вера или нету. Instead, they are pointed to a prayer. Вместо этого их направляют к молитве. To repeat a prayer after the evangelist. Повторить молитву за проповедником. And if they repeat that prayer, и если они повторят эту молитву, the evangelist tells them that they are saved. Благовестник говорит им, что вы теперь спасены. This happens a great deal in America. Это очень и очень часто происходит в Америке. But it has also happened a great deal in Eastern Europe and in Russia. Но то же самое происходило и в Восточной Европе, и в России. This is something that comes out of the United States. И это то, что имеет свое начало, происходит из Соединенных Штатов. It is not biblical. И это не основывается на Библии. And it is very dangerous. И очень опасно. I was in Romania many years ago. Много лет назад я был в Румынии. And I was speaking with a Romanian Christian. И я разговаривал, беседовал с румынским христианином. And this is what he said. И вот что он мне сказал. He said, "Those American evangelists." Эти американские проповедники. They are deceiving. Они очень обманчивы. They say that tens of thousands, hundreds of thousands, even millions of people have been saved. Они говорят, что десятки, сотни, тысяч и даже миллионы людей были спасены. If we count up all the people that they say have been saved in their crusades, если мы суммируем все количество людей, которые они говорят были спасены во время их кампаний, then everybody in Romania has been saved four times. Это будет значить, что каждый абсолютный житель в Румынии был спасен четыре раза. This is wrong. Это неправильно. It's dangerous. Это очень опасно. How should we invite men to come to Christ? Как же нам приглашать людей прийти ко Христу? We should do it the way Jesus did it. Мы должны это делать так же, как делал это Христос. We should tell them to repent. Мы должны призывать их покаяться. We should tell them to believe. И верить. We should not manipulate them. Мы не должны заниматься манипуляциями. We should not try to use fleshly means in order to draw them. Не должны создавать какое-то привлекательное для них, чтобы привлечь их. We should not make it too hard for them. Мы не должны делать это для них слишком тяжелым. But we should not make it too easy. Но также мы не должны для них делать это слишком легким. We should simply do what the scriptures tell us to do. Нам нужно делать именно то, что к чему нас призывает Писание. We see in the book of Acts. Мы видим в книге Деяний. After the preaching, the apostles would cry out, "Repent and believe." Как после проповеди апостолы будут призывали народ, покайтесь, веруйте. And those who repented and believed were baptized. И все, кто покаялся и поверил, были крещены.
Now I want us to look at another type of evangelism that is also very, very dangerous. Можно посмотреть еще на другое вид благовестия, который также является опасным. It is a way of doing personal evangelism that is unbiblical. Это личное благовестие, которое тоже не соответствует Библии. It starts out by walking up to someone and saying, "God loves you and has a wonderful plan for your life." Это такое личное благовестие, которое начинается, когда сидит, подходит к человеку и говорит, что Бог любит вас, и у него есть замечательный план для вашей жизни. First of all, we don't see this kind of approach in the scriptures. Мы не видим такого подхода в Библии. But there's another thing, it's very misleading. И еще что, такой подход, он сбивает с толку. What is the greatest problem of modern man? В чем главная проблема современного человека? He loves himself. Он любит себя. Everything is about him. Все вращается вокруг него. So you walk up to an unbeliever and you say, "God loves you and has a wonderful plan for your life." Так что, когда вы подходите к неверующему и говорите, Бог любит вас и у него есть замечательный план для вашей жизни. Can you imagine the response of a self-centered person? Можно только представить, какой, как хорошо отзовется на это человек, который любит себя. He says, "God loves me." Он говорит, Бог любит меня. Well, that's great. Замечательно. I love me too. Я тоже себя люблю. And God has wonderful plans for me. И у Бога есть замечательный план для меня. I have wonderful plans for me. Замечательно, у меня тоже есть хороший план для себя. You mean if I accept this God, He's going to help me be everything I want to be? И ты хочешь, вы хотите сказать мне, что если я приму этого Бога, Он поможет мне быть всем тем, чем я мечтаю быть? It's very misleading. Это очень неправильный подход. I think we should take a more biblical approach. Нам нужно брать более библейский подход. We should start off by telling people who God is. Мы должны начинать с того, чтобы говорить людям о том, кем является Бог. Without a proper understanding of God, it's impossible to understand all the other things regarding the gospel. Без понимания того, кто есть Бог, очень сложно понять все остальное, что касается Евангелия. We need to tell people that God is a holy God. Мы должны объяснить людям, что Бог есть святой Бог. That God is a just God. Что Бог справедливый Бог. That although He is loving, и что хотя Он любящий Бог, and also, although He shows His love every day to the wicked and the good, и хотя Он каждый день проявляет свою любовь и в отношении нечестивых, и в отношении верных, He is just. Он, тем не менее, справедлив. And he has a great problem with man. И у него есть очень большая проблема с человеком. We also need to tell people who they are. И также нужно сказать людям, кем они являются. What does God say about them? И что Бог думает и говорит о людях. That they are sinners. Что они грешники. That they are separated from God. Что они отделены от Бога. And that they deserve the wrath of God. И что они заслуживают гнев Божий. We need to tell them what God has done for them in Christ. Также нам нужно сказать им о том, что Бог сделал для них во Христе. And let them see that Christ is the only hope. Чтобы они увидели то, что единственная их надежда может быть только во Христе. And call them to repentance and faith. И призвать их к покаянию и вере. Oftentimes personal evangelism goes this way. И очень часто личное благовестие происходит примерно так. Someone will walk up to a lost man and say this. Кто-то подойдет к потерянному человеку и скажет: Do you know you're a sinner? Знаете ли вы, что вы грешник? And if the lost man says yes, и потерянный человек скажет: Да, я знаю. Then the person goes on to the next question. И тогда евангелизирующий перейдет к следующему вопросу. But let's look at that for a moment. Ну, давайте тогда посмотрим на это. A man says, yes, he knows he's a sinner. Человек говорит, да, я соглашаюсь с тем, что он грешник. But what does that mean? Но что это значит? The devil knows he's a sinner. Дьявол тоже знает, что он грешник. But that's not repentance. Но это не покаяние. You see, the question is not, do you know you're a sinner? Вопрос не в том, знаете ли вы о том, что вы грешник. The question is, has your heart changed with regard to your sin? Вопрос заключается в том, изменилось ли ваше отношение к греху. We tell the people, since you have heard the gospel,
Мы говорим людям, которые услышали Евангелие. Has your heart changed? Изменилось ли ваше сердце после того, как вы услышали Евангелие? The sin that you once loved, do you now hate it? Грех, который вы раньше любили, ненавидите ли вы его сейчас? Do you see sin as God sees it? Видите ли вы грех так, как видит его Бог? Do you want to escape it? Хотите ли вы избежать его? You see, it's not enough to say, do you know you're a sinner? Недостаточно сказать, задать вопрос, считаете ли вы себя грешником. That does not mean they have repented. Это не значит, что они покаялись. Repentance is when our heart begins to change with regard to our sin. Покаяние — это когда наше сердце меняет свое отношение ко греху. And we begin to hate the sin we once loved. И мы начинаем ненавидеть грех, который мы раньше любили. But in modern-day evangelism, if someone says they're a sinner, но в современном благовестии, если кто-то говорит, что он грешник, then we go on to the next question. Тогда они переходят к следующему вопросу, we ask them, do you want to go to heaven? Который состоит в том, хотите ли вы попасть на небеса. How many people do you know who would say, no, I would rather go to hell? И кого бы встретили, кто бы ответил на этот вопрос, нет, я не хочу на небеса, я хочу в ад. Everybody wants to go to heaven. Все хотят попасть на небеса. Everyone has this idea that heaven is this perfect place. У всех есть эта идея о том, что небеса — это такое совершенное, замечательное место. Where you get everything you want. Где вы можете получить все, что вам хочется. And there is no pain or suffering. И нету никаких страданий, нету никакой боли. Of course everyone wants to go to heaven. Конечно, всем хотелось бы туда попасть. But that does not mean that God has worked in their heart. Но это не значит, что Бог начал действовать в сердце таких людей. We should not ask men if they want to go to heaven. Нам не стоит задавать людям вопрос, хотят ли они попасть на небеса. We should ask men, has God worked in your heart so that now you want God? Мы должны спрашивать этих людей, начал ли Бог работать в вашем сердце так, что теперь вы хотите быть с Богом. Almost everyone wants to go to heaven. Практически все хотят попасть на небеса. But most do not want God to be there when they get there. Но большинство из них не хотят, чтобы там был Бог, когда они туда попадут. The question is not, do you want heaven? Вопрос не в том, хотите ли вы на небеса. But do you want God? Хотите ли вы быть с Богом? Has there been in you this renewal of a desire to know Him? Было ли в вас это обновленное желание знать Бога? Do you want to know who He is? Знать, каков он. Do you want to understand his will? Понимать его волю. Do you want to fellowship with him? Быть в общении с ним. That's the question. В этом вопрос. Do you want God? Хотите ли вы быть с Богом? And if a person says, yes, my heart has changed with regard to my sin. Если человек скажет, да, мое сердце изменилось в своем отношении ко греху. My heart has changed with regard to God. Мое сердце изменилось в своем отношении к Богу. The sin I once loved, I now hate. Грех, который я когда-то ненавидел и любил, теперь ненавижу. And the God I once ignored, I now desire. И Бога, которого я до сих пор игнорировал, я теперь желаю быть с Ним. That is evidence of repentance. Это и есть свидетельство покаяния. Their mind has changed. Их ум поменялся. They're looking at things differently. Они по-новому смотрят на жизнь. They see their sin differently. Смотрят на грех по-другому. They see God differently. Видят Бога по-другому. These are evidences of repentance. Это свидетельство покаяния. But the person who repents, но человек, который кается, must also believe. Также должен верить. He must believe that Christ died for his sins. Он должен верить в то, что Христос умер за его грехи. And that Christ's death was sufficient. И смерть Иисуса Христа была достаточна. It was sufficient to save him. Было достаточно для того, чтобы его спасти. Now here is where there's a great problem. И здесь тоже есть большая проблема. We can show someone all the promises of salvation in the scriptures. Мы можем рассказать человеку о всех обещаниях о спасении в Писании. And they may read them. И они могут прочитать их. They may agree with them. И могут согласиться с ними. They may understand them. Могут понимать их. But that does not mean they have saving faith. Но это не значит, что у них есть спасающая вера. Faith comes by hearing the word. Вера приходит от слышания слова. Sometimes people have to struggle for a long time before they come to saving faith.
Очень часто людям приходится бороться очень долго, прежде чем как они придут к спасающей вере. But many times the evangelists of today are very impatient. Но очень часто благовестники современные, они очень нетерпеливы. They want someone to come to faith now. Им надо, чтобы человек пришел к вере прямо сейчас. So they get them to pray a prayer. И поэтому они заставляют, предлагают людям совершить молитву. And then to trust in the prayer that they've prayed. И довериться той молитве, о которой они помолились. This is wrong. Это неправильно. We have to take people to the promises. Мы должны привести людей к обещаниям. And show them the promises of God. И показать им обещания Божьи. Help them understand the promises. И помочь им понять обещания этим. Pray with them. Молиться с ними. Pray for them. Молиться за них. But we cannot make them believe. Но мы не можем заставить их поверить. It's a supernatural work of God. Это сверхъестественная работа Божья. I have preached the gospel and I have seen people get saved in the middle of the preaching. Я проповедовал Евангелие, и я видел людей, спасающихся прямо во время проповеди. I've had people come up to me and say this. Ко мне после подходили люди и говорили: Brother Paul, while you were preaching, God saved me. Брат Пол, когда вы проповедовали, в то время как вы проповедовали, Бог спас меня. I am believing in Christ. Я верю в Иисуса Христа. I see that he's the Son of God. Я вижу, что Он Сын Божий. Praise God. Слава Богу. But other people come forward after the meetings. Но другие люди подходят ко мне после собрания. They agree with what's been said. Они соглашаются с тем, что было сказано. But they seem to have no assurance. Но у них нету уверенности. They're not truly believing. Они не действительно верят. They may need counseling for many days. Им нужно проводить разговоры, беседы с ними на протяжении многих дней. Им нужно самим провести, проводить время в изучении Слова. Они могут искать Бога месяцами, прежде чем они придут к уверенности в спасении. Но я и никто другой не может дать им эту уверенность. Это работа Святого Духа. Это работа Святого Духа. Let me give you an example. Вот пример. I was preaching many years ago in Northern Canada. Много лет назад я проповедовал в Северной Канаде. And when I started to preach, the doors of the church opened up and this huge man walked in. И когда я начал проповедовать, двери церкви открылись, и большой грузный человек вошел. And he sat down on the front row. И он сел на передней скамье. He was very, very sad. И он выглядел очень-очень печальным. So I preached the gospel. Я проповедовал Евангелие. And when I was done, I went right to him. И когда я закончил проповедь, я прямиком пошел к нему. And I said, "Sir, why are you so sad?" И спросил у него, почему вы так печальны? He said, "The doctors have just told me I have 3 weeks to live." Он сказал, что врачи дали ему диагноз, что ему осталось 3 недели жизни. He said, "I've never been in a church before." И он сказал, что я никогда не был в церкви. I've never read the Bible. Я никогда не читал Библию. But I believe in God. Но я верю в Бога. And I'm afraid to die. И я боюсь умирать. I said to him, "Sir, I preached the gospel to you." И я спросил у него: "Я проповедовал сегодня Евангелие. Did you understand it?" Поняли ли вы то, что я проповедовал? He said, "Yes." Он сказал: "Да." But even a child could understand what you said. И он сказал: "Ну даже ребенку понятно то, о чем вы проповедовали." And then he said this. И он сказал вот что: "Is that it?" И что, это все? I just have to understand. Я просто должен понять? And I said, "No, sir, you must repent and believe." И я ответил ему, что нет, вам нужно покаяться и поверить. He said, "What is that?" И он спросил, что это? I said, "Sir, has your heart changed with regard to your sin?" И я спросил у него: "Изменилось ли ваше отношение вашего сердца к греху? Видите ли вы себя грешником? Ненавидите ли вы то, кем вы являетесь?" Says, "I don't fully understand." И он сказал, что он до конца не понимает. I said, "Are you believing in Christ?" Я спросил: "Верите ли вы в Христа?" He said, "Well, I understand it." Я понимаю об этом. You see, here's the problem. И вот в чем проблема. Many evangelists would have led him in a prayer. В этот момент многие благовестники бы помолились с ним вместе молитвой. And if he had prayed that prayer,
И если бы этот человек помолился молитвой, они бы ему сказали, что теперь вы спасены. Это очень неправильно. Когда мы проповедуем Евангелие, это практически как рождение. Sometimes it takes a while. Как роды. Иногда они бывают затяжными. So I sat down with the man. И я сел с этим человеком. And I said, "Sir, faith comes by hearing the word." И сказал ему, что вера приходит от слышания слова. You're going to die in 3 weeks. Вы умрете через 3 недели. I will stay here with you until you either die or accept the gospel. И я буду с вами все это время, пока вы не умрете или пока вы не примете Евангелие. We began going through the promises. И мы начали, я начал показывать ему все обещания. Promises in the Old Testament and the New Testament. Обещания в Ветхом Завете, обещания в Новом Завете. We would read them. Мы прочитали их все. We would discuss them. И обсудили. We would pray about them. Молились о них. But he still struggled. Но у него все равно продолжалась борьба. So we just kept looking at the doctrine of repentance and faith. Но мы просто продолжали изучать, рассматривать учение о покаянии и вере. We kept looking at all that God promised. Мы смотрели на то, на все то, что Бог обещал. Finally, after about an hour and 45 minutes, наконец, после примерно двухчасовой беседы, I said, "Sir, read John 3:16." Я предложил прочитать Иоанна 3 глава 16 стих. And he said, "Well, we've read it many times." И он сказал, мы уже его несколько раз прочитали. I said, "Let's read it again." И я предложил, давайте все-таки еще раз прочитаем. So we prayed, мы помолились, and he began to read. И он начал читать. He had my Bible on his lap, on his legs. Библия лежала у него на коленях. And I remember seeing his big hands holding the Bible. И я помню его большие руки, лапищи, держащие Библию. And he began to read. И он начал читать. He said, "For God so loved the world." Он сказал, ибо так возлюбил Бог мир. That he gave his only son. Что отдал сына своего единородного. And his hands began to shake. И его руки начали дрожать. And tears started coming down his face. И слезы потекли у него по лицу. And he said, "I'm saved." И он воскликнул, я спасен. I have eternal life. Я обладаю вечной жизнью. All my sins are gone. Все мои грехи All уж прощены. My sins are gone. У меня нет больше грехов. I said, "How do you know?" И я его спросил, как вы знаете? He said, "Haven't you ever read this verse before?" И он сказал мне, что вы что, не читали никогда этот стих раньше? Do you see what happened? Видите ли вы, что произошло? The Spirit of God Дух Божий opened his heart and his mind. Открыл его сердце и ум. The Spirit of God gave him assurance. Дух Божий дал ему уверенность. Not praying some prayer. Не какая-то молитва. Not trusting in the evangelist who tells him he's saved. Не доверие какому-то этому инопроповеднику, который говорит ему, что теперь вы спасены. The Spirit of God saved him. Дух Божий спас его. And the Spirit of God told him he was saved. И Дух Божий именно и сказал ему то, что он теперь спасен. That's how we bring men to Christ. Вот как мы приводим людей ко Христу. I am from a farm. Я вырос на ферме. And on the farm we say this. И там мы такое говорили. You can lead a horse to the water, but you can't make him drink. Можно привести лошадь к воде, но заставить ее пить нельзя. Точно так же можно проповедовать Евангелие человеку. Но есть ограничения в этом. Можно убеждать человека покаяться и поверить. Но вы не можете заставить его это сделать. И вы не можете заменить A prayer for repentance and faith. И нельзя заменить, поменять местами или заменить молитву покаянием и верой. I want us to go for a moment to the book of Revelation, chapter 3. Откроем Откровение, 3 главу. Revelation chapter 3, verse 20. 20 стих.
се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Jesus said that he's standing at the door and knocking. Иисус говорит, что он стоит у двери и стучит. And if anyone hears his voice and opens the door, и если кто-то слышит его дверь и откроет, he will come into that person. Если он слышит его голос и откроет дверь, то он войдет к нему and dine with that person. И будет вечерять с ним. Now, many times this verse is used in evangelism. И очень часто этот стих используется во время благовестия. But we need to have great caution. Но нам нужно быть очень осторожными. First of all, many people say that Jesus is knocking on the door of the sinner's heart. И очень часто они говорят, что Иисус стучит у двери грешника. But that's not what this verse says. Но этот стих не об этом говорит. It says he's knocking at the door, but it doesn't say of a sinner's heart. Здесь говорится, что он стоит у двери и стучит, но здесь не говорится о том, что это сердце грешника. In fact, he's talking to a church. На самом деле он обращается к церкви. The church of Laodicea. Церковь в Лаодикии. So he doesn't say, I'm knocking at the door of the sinner's heart. Он не говорит, что я стучу у сердца грешника. And if the sinner opens the door by praying a prayer and inviting me in. И если грешник откроет дверь через сказывание определенной молитвы, I will come into him. Я войду к нему. That's not what Jesus is saying. Это не то, о чем говорит Иисус. But that's how this verse is used today. Ну вот именно так этот стих и используется сегодня. First of all, he's knocking on the door of a church. Прежде всего, он стучится в дверь церкви. That had basically shut him out of fellowship. Церкви, которая практически отстранила его от общения. He's calling that church to repentance. И он призывает эту церковь к покаянию. And to renew their fellowship with him. И чтобы эта церковь возобновила отношения свои с Христом. That's what the verse means. И вот о чем этот стих, именно об этом. So to use it in evangelism is very dangerous. Поэтому использовать этот стих в благовестии очень опасно. Now we can use it as an illustration. Мы можем использовать его как иллюстрацию, but not necessarily as a promise. Но не как обещание. Is Jesus calling out to men that they be saved? Призывает ли Иисус людей к тому, чтобы они были спасены? Yes, he is. Да, Он призывает. What is he telling them to do? Но что Он говорит, чтобы они делали? Is he telling them to open up their heart by praying a prayer? Говорит ли Он то, чтобы они открыли свое сердце, помолившись? No. Нет. According to the scriptures, he's telling them to repent and believe. Согласно Писанию, Он говорит им, чтобы они покаялись и веровали. To open up their lives to him. Чтобы открыли ему всю жизнь. To receive him not merely as savior, but as Lord. Чтобы они приняли его не просто как спасителя, но как Господа. To believe his promises. Чтобы они поверили его обещаниям. But we have turned it into a ritual. Но мы превратили это в какой-то ритуал. Pray this prayer. Помолитесь этой молитвой. Repeat after me. Повторяйте за мной. Ask Jesus to come into your heart. Попросите Иисуса прийти в ваше сердце, и Он войдет. И мы говорим людям, что они спасены, потому что они сделали это. Brothers, это неправильно. How many people believe they are saved because one time in their life they prayed that prayer? Сколько людей сейчас, которые верят в то, что они спасены, потому что они помолились такой молитвой? And yet they live like devils. И в то же самое время эти люди живут как дьяволы. И что очень важно. He says, if anyone opens up their life to him, he'll come in. He says that if anyone opens up their life to him, he will come in. Иисус обещает, что всякий, кто откроет свою жизнь для него, Он войдет к тому человеку. But look at the evidence that he's come in. Но посмотрите на свидетельство того, что он вошел. The evidence that Christ has come into someone's heart is that he dines with him. Свидетельство того, что Христос вошел в чью-то жизнь, заключается в том, что он будет вечерять с ним. Many people think they're saved because one time they prayed a prayer and asked Jesus to come in. Многие люди думают о том, что они спасены, потому что они когда однажды помолились, и значит теперь они спасены. But they do not continue in fellowship with Jesus. Но они не продолжают в общении с Иисусом. So that is evidence that Christ did not come in. И это является свидетельством тому, что Христос не вошел в их сердце.
The evidence that Christ has truly come into your heart. Свидетельство того, что Христос действительно вошел в ваше сердце. Is that you enter into fellowship with Christ. Это то, что вы становитесь в общении с Ним. A real personal relationship with Him. Находитесь в настоящем личном общении с Ним. That goes on and on and on. Которое продолжается. Let's go back now to the book of Mark. Chapter 1, verse 15 again. Вернемся к Евангелию от Марка, 1 глава, 15 стих. Jesus says, repent and believe the gospel. Иисус говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. This was written in the Greek. Это было написано на греческом. And in the Greek, both of these commands are present tense. И в греческом оба эти повеления в настоящем времени. It indicates a continuous action. Которая описывает продолжающееся действие. Basically, Jesus is saying the time is fulfilled. То, что Иисус говорит, это говорит, время приблизилось. And the kingdom of God is at hand. Время пришло, исполнилось и приблизилось Царствие Божие. Now spend the rest of your life repenting and believing in the gospel. И призыв проведите остаток своей жизни в раскаянии и в вере в Евангелие. Many times I will talk to people on the street and ask them if they're saved. Очень часто я в разговорах с людьми на улице задаваю им вопросы о том, спасены ли они. And most say yes they are because they prayed a prayer. Слышу, что они говорят, что да, мы спасены, потому что мы помолились молитвой. They'll sometimes say, I already did that. И они же говорят, да, я уже через это прошел. They treat their salvation like a vaccination that you would get from the doctor. Они относятся к своему спасению как какая-то вакцина, которую они получают у врача. If you talk to them about repentance, и когда вы говорите с ним о покаянии, they'll say, I already did that. Они скажут вам, что я уже покаялся. If you talk to them about faith, they'll say, I already did that, I already believed. Если вы говорите с ними о вере, они скажут, что это со мной уже произошло, я уже уверовал. And so one time in their life they repented. И однажды когда-то в жизни своей они уверовали. Покаялись, покаялись. But they don't continue repenting. Но они не продолжают жить покаянием. One time in their life they said they believed. Однажды когда-то в жизни своей они сказали, исповедовали, что они веровали. But they don't continue believing. Но они не продолжают верить. This is what you must understand. И вот что вам нужно понять. The evidence that you repented long ago is that you're still repenting today. Свидетельство того, что вы покаялись тогда, когда-то назад, это в том, что вы и сейчас продолжаете каяться. The evidence that you believed a long time ago is you are still believing today. Свидетельство тому, что вы поверили, уверовали когда-то давно, заключается в том, что вы сейчас продолжаете веровать. The evidence that God saved you in the past is that He is still saving you today. Свидетельство тому, что Бог спас вас когда-то тогда в прошлом, является то, что Он и сейчас продолжает спасать вас. The evidence that you were justified in the past. Свидетельство того, что вы были оправданы в прошлом. Is that you are being sanctified now. Это то, что вы проходите через освящение сейчас. That he who began a good work in you, что тот, кто начал доброе дело в вас, is perfecting it. Продолжает и совершает его. This is so important to understand. Это очень важно понимать. Salvation is not a, like a vaccination. Спасение – это не вакцина. There is a point in time in our life when we must repent and we must believe. В нашей жизни должен быть этот момент, когда мы каемся и верим. And when we repent and believe, we are saved at that moment. И когда мы каемся и верим, в тот момент мы получаем спасение. But the evidence that we were saved is that God continues working in us. Но свидетельство того, что мы были спасены, заключается в том, что Бог продолжает работать в нас. We keep repenting. Мы продолжаем каяться. And we keep believing. И продолжаем верить. That's what it means to repent and believe. И вот это и значит покаяние и вера. Now I want us to go to the book of Romans. Откроем послание к римлянам. Chapter 10. Десятую главу. Let's read verse 9 and 10. Прочитаем 9 и 10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать
что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». This is one of the most beautiful texts in the Bible. Это один из очень замечательных отрывков из Библии. And it is Paul's argument to show us that salvation is by faith and not works. И один из аргументов Павла, который говорит о том, что вера, что спасение только по вере, а не по делам. But this passage has been turned into an empty ritual. Но и этот отрывок был превращен в пустой ритуал. We tell people to pray the prayer. Мы говорим людям помолиться молитвой. And we tell them to call on the name of the Lord. И мы говорим им, чтобы они призвали имя Господа. And we tell them that they're saved because they've done it. И мы говорим им, что да, теперь они спасены, потому что они это сделали. Evangelists tell people to come forward. И благовестники призывают людей выйти вперед. And they use this verse. И они используют этот стих. So you must believe in your heart. Они говорят, что вы должны верить в сердце. You must confess Jesus as Lord. И должны исповедовать Иисуса Господом. By praying this prayer. Через эту молитву. And asking him to come in. И попросив его войти. That's not what this text is teaching. Этот отрывок учит совершенно не этому. Let's look at it carefully. Давайте внимательно посмотрим на него. Verse 9. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Если устами твоими будешь проповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. There are certain things in the New Testament that seem inseparable. They go together. В Новом Завете есть некоторые такие моменты, которые нельзя разделить друг от друга. Они идут вместе, рука об руку. And sometimes it causes confusion. И иногда это вызывает недоразумение. For example, например, faith and baptism. Вера и крещение. They are seen together quite often in the New Testament. Очень часто они вместе идут в Новом Завете. This has led many people to believe that we are saved by faith and baptism. И из-за этого возникло недоразумение, с которым многие люди верят, что мы спасаемся верой и крещением. But that is not what the Bible's teaching. Но Библия совершенно этому не учит. The Bible teaches we are saved by faith. Библия учит тому, что мы спасаемся верой. And the baptism is the evidence of our faith. А крещение – это свидетельство о нашей вере. The fact that we publicly identify with Christ. Тот факт, что мы публично признаем то, что мы вместе со Христом. Another two things that are seen together are faith and works. Еще две вещи, которые идут рядом вместе в Библии – это вера и дела. Because of that, some people wrongly believe that we are saved by faith and by works. Из-за этого многие люди думают, что мы спасаемся верой и делами. But that's not true. И это тоже неверно. We are saved by faith, мы спасаемся по вере. And the works are evidence of our faith. А дела – это свидетельство нашей веры. Some people, using this text in Romans 10, do the same. И некоторые люди, которые читают этот отрывок в Римлянам 10 главе, поступают так же. That we're saved by faith and by confession. Они говорят, что спасение – это по вере и исповеданию веры. But again, you must understand, we are saved by faith alone. Но и это не так, потому что, еще раз, мы спасаемся только по вере. But the evidence of our faith is that we will confess Christ. Но свидетельство нашей веры – это то, что мы, когда мы уверовали, мы будем исповедовать Иисуса Христа. That we will confess Christ publicly. Мы будем исповедовать Его имя на людях. Even if it costs us our lives. Даже если это будет стоить нам жизни. This passage has nothing to do with someone coming forward and praying a prayer. И этот отрывок ничего не имеет к отношению к тому, когда кто-то выходит перед собранием и совершает молитву. This passage is talking about salvation by faith in Christ. Этот отрывок говорит о спасении по вере в Иисуса Христа. And the evidence of that salvation, which is confessing Him. И свидетельство этого спасения – это исповедание Его. If we are truly saved, если мы действительно спасены, we will confess him. Мы будем исповедовать его. Verse 9.
9 стих. That if you confess with your mouth Jesus as Lord. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Now, why is this important? Jesus is Lord. Почему это важно, исповедовать Иисуса Господом? In the Roman Empire, Caesar was Lord. В Римской империи кесарь был господином всего. And if you confessed anyone else as Lord, you were a traitor. Если вы кого-то другого называли господином, Господом, вы считались предателем. You could be kicked out of the country. Вас выгнали бы из страны. You could lose your life. И вы могли бы запросто потерять жизнь. И то, о чем это говорит, это когда вы уверовали, то вы исповедуете Иисуса Господом, even if it costs you your life. Даже если это будет вам стоить жизни. Now, this is very important. Jesus is Lord. Это очень важно. Иисус Господь. Just because you say this with your mouth does not mean you are Christian. И совершенно не значит, если вы говорите это только своими устами, что вы христианин. Because in Matthew chapter 7 we understand that many will come before him on the day of judgment and call him Lord. И потому что, как Матфея в 7 главе описывается, что многие в день суда придут к нему и будут называть его Господом. And Jesus will say, "Depart from me, I never knew you." Иисус скажет им: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». So let's summarize what we've learned. Давайте обобщим то, что мы узнали. How are we saved? Как мы спасаемся? We are saved because we hear the gospel. Мы спасаемся через слышание Евангелия. And as we hear the gospel, the Holy Spirit is working in our hearts. И когда мы слышим Евангелие, Дух Святой работает в нашем сердце. He regenerates our hearts and gives us new natures. Он возрождает нас и дает нам новую природу. Those new natures have new affections. И эта новая природа, у нее, по этой природе у нас появляются новые желания. So when we hear about Christ, we love him. И когда мы слышим о Христе, мы отзываемся на это с любовью. And we are drawn to him. И нас привлекает к нему. With our new heart, we also hate sin. И нашим новым сердцем мы также ненавидим грех. We have changed. Мы изменились. Before we loved sin. До этого мы любили грех. And we hated God. И ненавидели Бога. And we hated God's law. И ненавидели Божий закон. But now we hate sin. Но теперь мы ненавидим грех. And we love God. И любим Бога. And we love his law. И любим Его закон. That's repentance. Это покаяние. A change of mind. Изменение ума. And seeing our sin as it is. И видеть грех тем ужасным, чем он на самом деле является. We no longer hope in ourselves. И мы не можем больше на себя надеяться, на самих себя. But we trust in Jesus. Но мы доверяемся только Иисусу. We believe his promises. Мы верим в Его обещания. We are constantly looking to him. Мы постоянно возводим свою надежду на Него. Our hope is in Christ. Наша надежда на Христа. And the evidence that we have truly believed. И свидетельство о том, что мы действительно поверили. Is that we will begin to live for him. И в том, что мы начнем жить для Него. And we will confess him. И будем исповедовать Его. Even if it costs us our lives. Даже если это будет стоить нам жизни. We must turn from the superficial evangelism of our day. Мы должны отвернуться, отказаться от поверхностного благовестия наших дней. And we must return to Scripture. И должны вернуться к Писанию. We must return to Scripture. Должны вернуться к Слову Божьему, к Писанию. I pray that God uses this to work in your life. Я молюсь о том, чтобы Бог использовал это в вашей жизни. I pray that if you have not repented, you will repent. Что если вы не покаялись, вы покаетесь. That if you have not believed in Christ, that you will believe in Christ. Если вы не поверили во Христа, вы поверите в Него. And I pray that if you are a Christian, я молюсь о том, что если вы христианин, you will preach the gospel in a biblical manner. Вы будете проповедовать Евангелие по-библейски. Let's pray. Давайте помолимся. Father, we thank you for this day. Отче, мы благодарим Тебя за этот день. I pray that you would use this message to help your people. И мы молимся о том, чтобы Ты использовал эту весть, чтобы помочь Твоему народу.
And I pray that those who don't know you might know you through these messages. И чтобы те, кто не знают о тебе, не знают тебя, узнали тебя через эту весть. And that they have an assurance of salvation that comes from you. И чтобы у них была уверенность о спасении, которая приходит от тебя. I ask this in Jesus' name. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.